Вот так вот работает аттракцион, который у нас водно-лыжного спорта федерация поставила. Вот так вот далеко. Ох, прыгнул. Молодца. Да, штатива у меня опять нет. Ну, красиво. Вот наверху крутится. Вот она. Вон там каретка. Вот она. Желтый трос идет. И вот за ним эта каретка двигается. И спортсмен просто летит на своей доске. Вот. Замечательно. Ох-хо-хо, прокатился. Раз. О, неудача. Небольшая неудача. Но ничего. Вот так вот, собственно, незамысловато устроен такой грандиозный просто вот аттракцион. Вот с такими вот, ну, по принципу троллейбуса, вон колесо крутится. Вот. А на этом колесе стоят установленные вот, ну, короче, как фуникулер он работает. Где-то тут наш, вон он еще один едет, товарищ, разгоняется. Вот. Ну, такая вот. Днем я все время не могу сюда попасть, только утром. Вот первый раз сегодня суббота, мы совершенно случайно вот попали прямо на пляж. Да, ну как обычно, без штатива. Вот видно четко желтая веревка. Давай, давай. И оп, нет, не захотел. Оп, объехал. Красавчик. Да. Вот такое вот хорошее спортивное сооружение, сильное. Вот. Вот товарищ у нас, тот не вылазит, что-то сидит. Оп, вылез, все, пошел. Молодец. Ну все. Терпение и труд все перетрут. Учение свет, а не учение, чуть свет. И на работу. Всем пока.